Спасибо. Вы знаете, мне вот, ну, я, наверное, очень самонадеянный человек, но мне хочется верить в то, что некоторые из сидящих, ну вот некоторые из песен, которые я вам сейчас пою, может быть, слышали, а может быть, даже и знают. Сами я поем. Вас призываю к сопению, да? Ну, сотеры пению. Это всегда бывает очень как-то... Ну, для автора это вообще это медаль. А для сидящих в зале это просто возможность спеть с автором его песни. Не думаю, что мы с вами увиделись до 9 мая. Поэтому хочу вам сейчас спеть и прочесть две вещи, которые связаны с поколением моего отца. Мой отец ушел на фронт, ну, можно сказать, почти со школьной скамьи, прошел всю войну, закончил ее в Берлине, остался там еще на 2 года, там я и родился. Вот песня о его, о поколении, из которого в живых остались единицы. Прям плохо. Телевидение.